Подведены итоги всероссийского конкурса «В фокусе семья». Специальным призом жюри отметила программу национального телевидения «Большое сердце». Ее автор Екатерина Маркина в одном из выпусков рассказала о семье Надеждиных. В ней воспитывается четверо детей, трое своих и один приемный мальчик Дима. В Москве прошло награждение победителей конкурса журналистских работ, организатор конкурса «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Было прислано более 500 журналистских материалов из 69 регионов страны. Работы рассматривались в нескольких номинациях: по семейным обстоятельствам, статус «Особенная семья», «Трудности трудных» и другие.